Че, или... опять в дом летим? Да, ну типа надо, наверное, по два на дом. Хорошая мысль. Мы с тобой давай на... который вдалеке, самый дальний, по прямой. Ну типа в дом. Ну да-да-да. Который вот здесь, вот он. Я поставил метку. Вот мы еще когда мы втроем... Это кто? Я с Лешей, наверное. Ты просто сказал, мы с тобой, всем четверым. Ну, тут за нами уже раз, двое. Ну, тут склад есть. Один чувак сейчас приземлится. А чего у меня отобрали мой королевский этот зонтик? Чувак уже крышу ломает, я за пушкой. Броня? Я уже с пушкой. На крыше, Лех. Если есть чем-то, помогай. Да у меня так только. Ну, с тэка вольни, его бафнули же. Да его бафнули-то на один урон. Он 10 теперь дамажит. Ой, 11. Такой себе баф какой-то. Ой, у меня патроны закончились, у него 10 хп. И у него, по-моему, тоже патроны. Лёх, меня накнули. А, чувак, зачем ты сюда пошел? Там лоу хп у них, не поднимай. Я, он перезарядился. У него вообще хп, наверное, 5. Они не будут рашить, потому что сами на лоу хп. Я М-ку нашел. Тут сундук еще есть. Патроны разделить на X, пацаны. В чате написали. Лёх, ты живешь? Окей. Да, я. Красава, красава. Я пока захилюсь. Возьми сундук, Васьпень. Ты чё там творишь, господи Иисусе? Посмотрите на этого демона. Человек-убийца. Вы, кстати, знали, что если ломать капусту, из нее дерево выпадает? Интересный факт. Очень. Логично. Чё еще расскажешь? Ну, у тебя в слове... О, господи, у тебя в нике тоже есть дерево. Вот. Поэтому в теории, если тебя сломать, из тебя тоже дерево выпадет. Давай проверим. Давай, давай, слушай, хорошо. Ты целился не в ту сторону. Я сначала на тебя посмотрел по степеню. Есть какой-нибудь дробовик? Кого убивать? У меня есть. Нормальный только. Все амбары? Да, нормальный. Я тебе не предлагаю выбирать, я говорю, не дам. А. Нет, как будто... А они там воюют с кем-то. Чё, мы будем? Пока рано, пока рано. Немножко поближе подойти. Не, ну я вообще говорю. Ну да, надо. Подождите нас двоих. Вы вперед как-то отправились. Вот-вот. Не устать бы ходить. А что там, один строит, другой ломает? А, снизу, с горы здесь. Справа подходит к ним. Да, а сейчас мы тут застроимся, воруемся в движуху, короче. Достаю свой сексуальный дробовик. Рановато ты что-то его достал. Ну, да, мы нормально, под... как бы, нас никто не видит даже. Парни, меня спалили, вообще-то. А, нет, не меня, вас. Я упал, ёб твою мать. Ай-яй-яй. Не зря дробовик доставал. Двоих нокнул. Троих нокну. Еще один урон. План, вижу, да. Два урона нанес, пацаны. Внес свой вклад. А-а-а. Убил. Еще кто-то есть, да? Он же только... Нет, не, все, умер. 4. Окей. Почему у меня анимация была такая? Ты его поднимаешь или просто стоишь? Да что-то не поднимается, слышь. Просто стоит. У меня поднимается. Да не убегай. Я пока весь лут самый вкусный забрал. Простите, пацаны, я крыса. Что у вас в Питере? А, на 165. Есть человек с снайперкой. Между 165 Дрипа? И 150. А, по мне стреляет, походу. А, еще и на горе. Господи, я видел вспышку от выстрела, но не вижу его самого. Возле электроид? Да. Возле лэп. Фак. Долго целился. Вот тут сундук. Сейчас сундучок возьму и буду их справа обходить. Смотри, левее тебя тоже человек есть. Не дали снайперки в голову. Левее масси пенит. Он разберется. Близко у стенки на СЕ, Сереж. Нокнул. Вроде все нормально. Еще этот бежит один. Вижу. Не ставим, что, что было плохой идеей. Я как обычно, мимо всего замеса, да? Чуть золото валяется внезапный. Тут снайперка еще одна. Ну, это нужна. Как раз тут типа убить вообще. Ой, я хочу снайперку. Я буду полезным. Так, у кого там это? Че-че? Эй, дай. Не полная хп, а ладно, я сам юзану мне. Вообще не помню. Можно патрончики на снайперку, а? У меня тоже снайперка. На вот гору, на гору строится там, где ты сундук брал. На СВ, который.
Вижу. Построился. И там за кирпичами сидит. Уронил его. Случайно. Какого? Дизинфа пошла, ты никого не ронял. Нет, там за кирпичами еще один был? Да, вот он справа. Сзади он лестница там пристроена, там поднимался. Вот который по лестнице поднимался, тот и упал. Вижу. Вон он спустился. Че у нас тут? Вижу. Сорян. Мне есть чем отхилиться. Перезарядка, ёпта мать. Долго мы его убивали. Тут еще один, наверное? А, нет, он сразу сдох, кстати. Да, он сразу. Но здесь, по-моему, на горе есть. Тут аирдроп прям рядом с нами, чуваки. Прям супер рядом. Я его еще ни разу в игре не видел. Блин, его спустить с собой открыть, но опасно. И еще один аирдроп. Твою мать, два аирдропа. Ну, забейте, если спустимся. Ног там в доме, на, в доме на НВ от него нокнул. Мы друг друга повалили, Сереж, какого хера? Я тебя понимаю. Тебя так убьют. А, там с дома. Понял, я понял, ну, с какого сказал, дома. Так. Да не в тот, не в тот дом. 165 дом. Блин, можно туда залезть? Масипени, застрой что-нибудь перед нами, пожалуйста. И так где не вставай, вы себя сидя там находите? С кем вы воюете вообще? Так, я под лестницей, короче, буду вас жрать. Пёх, подними. Круто, и меня не нокнули. Вот, весело, да. Все под лестницу, короче. Лёх, Лёх, Лёх. Давай, 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 братан. Да где вы, чего вы расползаете? Мы под лестницей, потому что боимся. Да-да-да-да. Кто первый из двух? Ты из двух первых. У меня отбиваться только дробовиком, получается, остается. Ещё у тебя патронов вообще нет? Сейчас я захили скину тебе что-нибудь. Там меня убили, у меня был... Патрон с водкока пособирать. Да, тем более. Кстати, как вариант. Мне аирдроп случайно открыли, звук такой был странный какой-то, громкий. Да. Именно. Так, а я на снайпу возьму, потому что я потратил очень много. Тут на винтовку-то и патронов нет. Надо скинуть ему. Я, короче, на гору полез. Кошка. Или, по крайней мере, попробую. Пацаны, поднимайтесь, если еще как-нибудь. Они вроде снизу уже прям под вами. Леха отстреливается, вижу. Ну только не по ним. А почему? А, вон вижу. И сзади нас, короче, со всех сторон. Попал сильно. 94 хп. Поднимайся наверх. Я тут застроюсь. Да как? Как-нибудь сломай что-нибудь. Грена полетела. Твою ж мать. Я на самый верх застроился. Сможете поднимайтесь как-нибудь? Лёх, я это видел. Блин, пиздос, пацаны. Все. Как мне вас подняться? Мы сдох. Я понял. Я сало ничего не сделаю. Я не умею играть, извините. Вам не повезло. Слушай, уголок есть, уголок маленький. Че, вы живете, да? Туда влезет только один из нас. Пиздос. Да и Сережа там не сможет резко. Ливни, я уйду, поиграю. Да отстань ты, блин, ну ты за... Чё за бред, Лёха? Ты приперся и начинаешь ливни, 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 ливни. Давай, когда я буду умирать, тоже буду всем говорить ливни, ливни, ливни. Это не по кайфу. Так ты и так каждый раз. Да ни хера я так не делаю. Когда я последний раз так делал? Я предлагаю ливать только в том случае, когда, типа, ну, кто-то умирает в самом начале, чтобы быстро переиграть. А не когда кто-то сдох просто. Ладно, давай. 5 человек осталось. Сейчас найди, еще Серега затащит, а? Да хер я затащу, я просто поиграть хочу. А Леша травит. Да затащи, затащи, не слушай его. Перезарядка, ёб твою мать!
Ливни, ливни, блин. Слева, слева один. Бежит уже? Ну, не знаю, бежит, там за постройкой был. Вон он, справа. Вот это металлическая, да? Да. Он видел, да? Один строится. Строится. Один строится, другой снизу под ним вроде. У вас осталось трое, получается, да? Блин, у меня снайперки нет, очень херово. Они не знают у тебя, они походу вместе. Да, он смотрел только что в мою сторону. А второй вообще хер знает, куда гранаты кидаются. Рашид побежал. Те не знают. Вон он, Рашид побежал за дерево. Твою мать, он меня заметил. Ты зря туда побежал. Это да. Это да. Это супер зря было. Давай, Серега, я в тебя верю. Да я в себя не верю. Где еще один? Отходи подальше. Сверху, сверху. Вверх. Там, наверху. Отходи подальше, тебя гранаты заденет. Интересно, я в зоне или нет? Походу, чуть-чуть не берешь. А это справа ползет сюда до сих пор. Да пускай ползет. Хит дал один. Это зря. Вот зря. Туда теперь граната залетит, и вот тебе весело будет. Дверь откройся. Сука, лол. А ему все равно бежать придется, смотри. Сверху, сверху. Угу. Гонщик нелегальный. Как же вовремя саб, господи Иисус. Едет на всей скорости, но нет тебе покорности. Пускай сидит. Нет, смысл, он в зоне же. Ну, он вывалится, ты убьешь. Чем ему сломал мне? Ну, а, он ползет, кстати, чувак, еще до сих пор. Он может своего поднять, сам. Сколько у меня там гранат-то, ёб твою мать. Спрыгнул, спрыгнул. Есть! Красавчик. Хе-хе-хе, моя затравочка сработала. Да, вот опять он, видите, какой он мерзкий, господи Иисусе. Нахер потно. Момент с дверью просто шикарный, на самом деле, был.